И один из важных моментов – это катастрофическая несправедливость, которая произошла в 90-е годы, когда все наши огромные природные ресурсы, стратегические объекты, банки были приватизированы семьей и окружением семьи. Мы это прекрасно все знаем и видим. То есть мы считаем, и мы вернем назад государству через обратный выкуп такие огромные гиганты нашей экономики, которые были практически украдены у страны, та же евразийская группа, Казахмыс и Казминералс, Миттал, Казцинк, тот же Халыкбанк и Джусанбанк. Это всем нам принадлежит, всем казахстанцам. Мы предлагаем их вернуть государству, контрольные пакеты будут проданы стратегическим инвесторам,